тебе приехала народная артистка России Тамара Гверцители. Тамарочка, ну расскажи, как ты познакомилась с Николаем? Мы познакомились вот так. Коля представился, я тоже сказала, что я Тамара. И когда Коля сказал мне «Камарджева Тамрико», я ему ответила «Камарджева Нико». Да. По-нашему это так. Я подошел и признался в любви просто. Это было еще в Грузии или уже в Москве? Нет, в Москве. У тебя хороший вкус, Коля. А то, что вы оба из Грузии, это вас как-то еще больше сближает? Ну, конечно. Конечно. Мы родились в таком потрясающе культурном городе, который был пронизан искусством. Я думаю, что вот нам всю жизнь это и помогает, потому что мы выросли на такой культуре, на таких каких-то образцах, вот необыкновенных, музыкально, драматически, что, когда говорят, ну вот, а где вы черпаете типа вдохновение? Я думаю, что мы вот это вдохновение всю жизнь черпаем в том своем детстве, как, ну, что нас окружало, какие люди нас окружали. Тамара закончила же не просто музыкальную школу, она еще закончила Тбилисскую консерваторию. Если бы вы представили, какие педагоги тогда, в те годы, там преподавали. А я в Тбилисскую консерваторию ходил, ну вот, через неделю, каждую субботу с мамой, и слушал всех этих великих певцов, музыкантов. Понимаете, как-то это нас объединило моментально. Тамара, скажите, а что может Колю растрогать? Колю растрогать, наверное, может талант, который он признает и в других людях. Потому что сам безумно талантливый человек, он не может не признавать других и не восхвалять и воспевать. Я помню наше шоу в концертном зале «Россия», и Коля, то есть Нико, для меня я всегда Нико называю, исполнял роль Нико Пиросмани. Была такая баллада. И Нико Пиросмани, и я помню, когда была репетиция, раньше всех приходил Нико. Это, наверное, школа Большого театра, это дисциплина, это Москва, и это профессия, которая, наверное, этим только можно гордиться. Я, как зритель, как поклонник безумного таланта, я оказываюсь в зале, и каждый раз для меня Коля представляется, как бы я его вижу первый раз, потому что талант, он всегда нов. Николай, а я в одном интервью читала, что вы когда слушали песню Тамары Гверцители, вы плакали, мамины глаза. Ой, это был замечательный глаза. Вечер. Вот Тамарочка меня пригласила. Это была премьера этой песни. С одной стороны сидела мама Тамары вместе с сыном, а вот через проход сидел я. И так это было сделано, что Тамара спустилась по лестнице, села на эту лестницу, вот так глядя маме в глаза, пела песню. И когда в какой-то момент стала всхлипывать рядом женщина, рядом со мной, она уже рыдала в голос, я повернулся, посмотрел, что происходит. Я понял, что у меня слезы текут. Ну, там плакали все. Тамара, давайте попробуем его еще раз растрогать. Ну, с вашей помощью. В той стране воспоминаний, на цветных дорогах сновидений. Не меня ты ждешь, мой Пиросмани, от любви с ума сошедший гений. Мы с тобою родились в Тбилиси, но не я тебе всех в мире ближе. Любишь ты какую-то актрису родом из какого-то Парижа. Нико, 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 Пиросмани, если б ты меня когда-то встретил.
Конику, если б знал ты, как порой до слез, то более жалко, что не мой портрет нарисовал ты, а портрет заевшей парижанки. Не была актрисою великой, дочь далекой и капризной сены. Если бы не ты, безумный Нико, про нее давно забыли все мы. Нико, Нико, Нико и Расмани, если б ты меня когда-то встретил, я б ждала тебя в ночном тумане, я бы пела песни нашим детям. Нико, Нико, Нико и Расмани, стал бы наш роман с тобой балладой. Жаль, что время стало между нами. Нашла недавно возле сены дом забытой взбалмошной актрисы, и твое украденное сердце из Парижа привезла в Тбилиси. Нико, Нико, Нико.